В Екатеринбурге посредь бела дня тяжелый грузовой КАМАЗ налетел на беззащитную корму стоячей Тойоты. Как видно, перед автобусной остановкой имеется светофор для пешеходов. Машинам загорелся красный, все три болида во всех трех рядах встали, а сзади по среднему ряду ехал КАМАЗ, с высоты которого светофор виден еще лучше, чем из подорожника. Но КАМАЗист почему-то не отследил, что загорелся красный, и все встали, и как ехал, так и приехал взад епошки. Все живы, и это можно считать хэппи-эндорфином. Представьте другой вариант. Загорелся красный, пешеходы пошли через дорогу, а стоячей Тойоты нет. И КАМАЗ заезжает в пеших. Можно сказать, Тойота ценой своей целостности спасла людей от погибели. Больше всего в этой лирической зарисовке порадовал взгляд автопилотки, вылезшей из Тойоты. Она посмотрела на, мягко говоря, невнимательного КАМАЗиста, как будто бы говоря: «И это ты меня называешь блондинкой?» Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.